Санкт-Петербурге на акватории Петропавловской крепости стартовал 6-й этап высшего дивизиона Национальной парусной лиги. 24 экипажа вступили в борьбу за победу в северной столице. В этом этапе спортсменам была предложена новая система пересадки, аналогичная системе Европейской парусной лиги чемпионов. В жеребьевке каждая команда вытянула номера от 1 до 24 и в соответствии с таблицей пересадки участвовала в гонках под вытянутым номером. Каждый флайт состоит из 3 гонок. То есть команда участвует в одном из 3 стартов, и таким образом после каждой 3-й гонки все команды имеют в активе одинаковое количество проведенных гонок. Прекрасная акватория, шикарные виды, чувствуешь себя на исторической северной столице. Тут мне рассказывают про течение, я ничего не знаю, мы выбираем хорошую скорость и не придерживаемся. Уже были 3-4 прихода, поэтому мы держимся в топ-10 и планируем этот этап завершить в десятке. И на самом деле по результату видно, те, кто тренируются, те, кто ходят много, те и в лидерах. За первый день было проведено 6 флайтов, то есть 18 гонок. Лидерство в турнирной таблице захватила команда Конакова «Ривер Клаб» Дмитрия Шунина. Второе место у повелителей «Паруса Азия» Сергея Мусихина. На третьей позиции рок-н-ролла «Сейлинг Тим» под руководством Алисы Кирилюк. Впереди 2 гоночных дня, а значит, расстановка сил может поменяться еще не один раз. Завтра и послезавтра гонки сильнейших иксменов страны можно будет смотреть в рамках прямого эфира на официальном канале Всероссийской Федерации парусного спорта в сети YouTube и на сайте газеты «Советский спорт».